Всем привет, вы на канале Дистиллят ТВ, сегодня очередная дегустация. Очередной коньяк, самый что ни есть настоящий, французский, под названием Руле. Давайте нальем, продолжим разговор. Сразу, наверное, надо сказать, откуда у меня этот коньяк. Прислал мне его Игорь Дмитриев. Прислал уже довольно-таки давно. Очередная задержка. Звучит это, конечно, неоднозначно. Но задержка по выпуску роликов про коньяк, а не в другом каком-то смысле. И этот коньяк известен тем, что принадлежит он Ладоге. Ладога Групп. Состав. Я, конечно, не знаю, связано это с тем, что производитель принадлежит Российской Федерации, но он классический. Тут есть и сахар, и сахарный колер. Но приятная такая вот новость на контр-этикетке, когда читаешь, что здесь спирты содержатся возрастом не менее 6 лет. А если это указано на французском производителе, то это уже довольно-таки самодостаточный коньяк. Дата розлива 22.11.18. Дизайн бутылки это такой вот классический, ничего особенного. Коробочка из плотного довольно картона. Довольно такая узкая коробочка. Ароматика, вот она в бокале стоит, сразу слышно французская. И у меня был стрим, мы на стриме пробовали. Игорь, спасибо тебе большое за предоставленный экземпляр. Не сказал, что пробка натуральная. Ну, пожалуй, и все. Давайте к ароматике. Ароматика не спиртуозная, нежная, довольно-таки округлый, сбалансированный аромат именно с классическим французским профилем, близким к большой четверке, но более нежным. Присутствует аромат купоренного персика, пожалуй, даже не то что купоренного, даже свежий, сок винограда немножко спекшийся. Ощущение присутствия в напитке парфюма какого-то. Интересный французский классический аромат, который, ну, на одном, пожалуй, для меня уровне среди большой четверки точно уж не уступает ей. В калибре всегда прекрасно видны ножки. Ну а говорить о ножках сейчас не приходится, потому что это классический состав, да, именно со всем тем, что можно добавить. Но это выглядит очень красиво, завораживающе. Давайте ко вкусу будем переходить. За ваше здоровье. Самое первое впечатление от этого коньяка у меня, когда я попробовал, это его мягкость. Вот он прям мягкий. Он точно мягче всей большой четверки, за исключением Hennessy в SOP. Они примерно на одном уровне. Намеки на купоренный персик, который говорил, что присутствует в аромате, они прослеживаются и во вкусе. Слышны отчетливо изюмные нотки белого изюма хорошего. И исходя из цены этого коньяка, что стоит он обычно 2000 рублей, можно всегда его приобрести. Я уже и сейчас это вижу по интернет-площадкам, где можно посмотреть цены. Так вот, за 2000 рублей, ну, это очень хороший вариант. Прям вот замечательный. Довольно-таки округлый, полнотелый уже коньяк, который можно посидеть, посмаковать в какой-то темной комнате, уединиться, либо прийти в гости к какому-нибудь близкому другу или подруге и посидеть, выпить его под небольшую нарезку каких-нибудь экзотических фруктов. Что надо, конечно, было бы сделать и попробовать. Возьми подругу, у меня есть друг. Устроим шоу, дело 2 минут. Так вот, с этими самыми экзотическими фруктами, которые пытаются здесь появиться, это та самая известная папайя, которая, ну, не из Индии, пускай, да, из прилавков Магнита, но она тоже имеет свой приятный аромат. Ну и наверняка там присутствует маракуйя. Я думаю, про нее нельзя не сказать, ведь маракуйя это такой вот интересный фрукт. Ограничимся тем, что здесь присутствуют тропические фрукты и немножко цитруса еще. Вот
знаете, как будто бы перед Новым годом вы почистили апельсин. Не из Индии, правда, но тоже он апельсин. Нельзя его обижать. Вообще, обижать апельсины – это удел слабых. И сейчас сразу общество защитников апельсинового мира со мной солидарны. Говорят, давай, дави этих ублюдков. Кто они, эти апельсиновые монстры? Почему они унижают эти цитрусы? Поиграв с сыном в игру зомби, да, вот там, кто может быть знает, да, там надо выставлять всякие фрукты, овощи, чтобы они боролись с зомби, возникают вот такие вот нелепые идеи, да. Ну, я думаю, мы создадим это общество защитников апельсинов. Бог как рули о себе дает знать. Давайте допивать его, а то я чувствую, сейчас создам еще одно общество какое-нибудь по защите грейпфруктов, например. Давайте, третий глоток. Угу. Вот и грейпфрукт появился. Очень достойный коньяк. Я думаю, надо заканчивать записывать ролики, потому что фантазия у меня сейчас бурно разыгралась. И если я вам начну ее тут на камеру изливать, то... вы меня можете посчитать каким-то не совсем адекватным человеком. И чтоб осталось чувство того, что я при своем уме, я с вами прощаюсь. Рекомендую вам пить напитки только качественные, только в меру. До новых встреч. Пока.